Казенное имущество. Итак. Да, 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 именно. Ай, Лола, а мы не сфоткали. Ну все, я сделал все, что хотел, можно уходить. Блин, она кряхтела сейчас сзади меня, когда выходила. Мы ее не сфоткали. Класс. Класс. Максим, надо сфоткать, держи. Давай. А, надо идти фоткать ее теперь еще? Ну а что, нет, что ли, вы не хотите бабки? Я просто Макс хочу сбагрить, чтобы он там умер и все. Чего? Пойдем со мной. Посранец. Слышали, блядь? Я боюсь. Ааа, ну ладно. Я тоже боюсь тогда. Да мне где мансить? Было бы где мансить, я бы... Пошел, а я могу пойти. Давайте, чё вы? Ну, давайте вот. Все, короче, вчетвером погнали, все. А, но у меня меньше всего рассудок. Хорошо. Чего вы хотите? Я не понял, чего вы хотите? Идемте. Они хотят сфотографировать его. Сейчас я пил сели. Все, я пил сели, выпил. Все, пойдемте, я пил сели. Смотрите, я же сделал так, чтобы она сразу к нам пришла. Идемте. Димон, давай, рубай. Ладно, раз так не получается, придется выпустить тяжелую артиллерию. Димон! Почти сфоткала, но скример мне сделала. Where are you? Я сфоткал ее, это засчитало или нет, проверьте. Нет. Черт. О, атака, атака. Ран, ран, паника, ран. Так и знал, что это ее разозлит.